Ну что ж, давайте продолжать мою утреннюю рутину по уходу за кожей. Если честно, я так надеялась, что будет солнышко с утра, потому что вчера так и было. Но сегодня я решила снимать видео, и погода не захотела мне в этом помочь. Кстати, если вы заметили, мое утро сегодня более-менее такое размеренное, не в спешке. Это потому, что мне не нужно идти сегодня в школу. Из-за того, что у нас много... Из-за того, что у нас много человек в классе болеет, нас на неделю закрыли на карантин. И уроки у нас проходят в дистанционном формате. У меня уже прошел один урок. И до следующего у меня примерно 2 часа, поэтому у меня полным-полно времени заняться тем, что я особенно люблю по утрам. Я могу начать свой день так, как мне нравится, и сразу зарядиться на целый день позитивной энергией. Моя любимая увлажняющая сыворотка. У меня она уже почти закончилась, и я заказала... Ой, что-то у меня сегодня все падает, капает. Я уже заказала второй флакончик из золотого яблока, так что думаю, что либо в видео, либо в шортсах скоро будет распаковочка из золотого яблока, так что ждите. Боже мой, ну где солнце? Где солнце? Я вот точно sunny girl, потому что если нет солнца, я вообще не могу быть продуктивной и что-то вообще делать, потому что серость за окном превращается в серость на моей душе, поэтому я уже очень жду лето, ну или весну хотя бы. Следующим этапом крем для кожи вокруг глаз. Все, на этом мой утренний уход закончен. Сейчас хочу переодеться и сделать небольшую утреннюю тренировочку. Это, скорее всего, будет что-то на пробуждение организма, что-то, наверное, из йоги или из пилатеса. Посмотрим. Так что настоятельно вам рекомендую тоже взять коврик и начать заниматься вместе со мной. Ну что ж, с тренировочкой я закончила. Пойдемте скорее готовить завтрак, потому что я уже очень-очень голодная. Что-то вот такое вот у меня в итоге получилось на завтрак. Это авокадо-тост мой любимый и что-то вроде вареного яйца или яйца пашот. В общем, я сварила так, чтобы внутри был жидкий центр. И, как всегда, если вы заметили, я добавляю каждому своему приему пищи салат, что и вам советую. Уверена, что это очень вкусно. Так что приятного мне аппетита! У меня на сегодня довольно-таки много запланировано, поэтому я не упускаю прекрасную возможность взять в руки свой планер. К тому же у меня есть на это время. Так что давайте вместе спланируем мой сегодняшний день. Я, кстати, спрашивала вас как-то о том, чтобы снять видео про мой планер. Я получила должный отклик, так что обязательно скоро сниму.
такое видео, как и обещала. Ну что ж, уже пришло как раз-таки время моего последнего на сегодня онлайн-урока, так что побегу подключаться. Ну что, у меня уже закончился урок, и, в принципе, мое утро на этом подходит к концу, потому что время уже, можно сказать, что дневное. И я надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте про лайк и про комментарии, для меня это очень важно. Увидимся с вами совсем скоро. Всех люблю, всем пока-пока!